Всем привет! Мы решили начать видео про фейерверки чуть раньше. Сегодня четверг, 24 ноября. Фестиваль фейерверков в пятницу и субботу, но уже приплыла баржа, с которой будут запускать фейерверки. Прямо напротив нашего здания. Ну, немножко вида. Остров Кала. Там виднеется вдалеке пляж Джомтиен. Ну, получается, на таком мысе. В общем, баржа прямо напротив нас, но мы боимся, что из бассейна будет очень много желающих смотреть на салют, на фейерверки. Поэтому мы попробуем пойти на пляж. Ну, чуть позже увидите. Так, ну сейчас пятница, но я дома. Чуть позже пойду снимать. Пока примерно вот такой вид. Да, ничего не видно. В общем, да, скоро пойду. Наверное, снимем получше. Хотя красиво. Я пытаюсь дойти до салюта. Боже мой, как много всех. Я когда-то думал, что Сонгкран самый массовый праздник, но сегодня столько людей, что очень трудно вообще понять, что происходит. Мне кажется, Таиланд забыл вообще, что такое фестиваль фейерверков с таким количеством народа. Я еще даже не дошел до центральной улицы. Все, все места, которые могут быть запаркованы, запаркованы просто под завязку. Любой бордюр, любое вообще, все что угодно превращается в парковку для... Ну вот. Это вообще-то просто тротуар. И такая ситуация везде. И я даже не представляю, сколько здесь сегодня людей. На пляже их еще больше, естественно. Потому что до него мы еще с вами не дошли. Да, там сверкает все. Идет второе представление. Ладно, буду двигаться. Я наконец-то дошел до главной дороги, центральной. О, здесь чуть полегче. Тут нет транспорта практически. И очень красивый салют. И очень много людей. Сейчас 8 часов 12 минут. Люди начали приходить на пляж с 3 часов дня. То есть этот поток, в котором я сейчас двигаюсь, он не прекращается. Некоторые, конечно, идут обратно, вот два мужчины, но их так мало. И я вообще не понимаю, как сейчас туда пройти, потому что в течение нескольких часов туда все съезжались, приходили. Короче, вот некоторые все-таки как-то едут, но непонятно куда.
Здесь очень непопулярные бары на этой дороге. Рядом с пляжем, но все-таки здесь очень мало людей ходит, потому что дорога крупная. Ну вот сегодня у них наконец-то много посетителей. Надеюсь. Да, здесь уже побольше народа возвращается. Но я так подозреваю, там просто невозможно слишком долго стоять. Сидеть уже точно нельзя, потому что все места, где можно сесть на пляже, ну то есть песок, занят лежанками и пятыми точками, которые на них сидят. Но у меня там должно быть местечко, которое мне заняли мои девочки. Так, ну вроде все, да, опять? Уф. О, нет, не закончилось. Тут странные залпы, они... Есть какое-то время между ними. Хотя это одна и та же страна. Так, ну вот я и пришел. Все стоят. Все стоят, а как пройти? Мне бы пройти. Самый кайф, что они все низкие. И мне все видно. Примерно вот столько людей. Так, все, буду пробираться на пляж. Пройти практически невозможно.
Давайте от первого лица. Я вижу примерно, куда мне идти. Но мне идти нужно... О, да. Совершенно перпендикулярно по отношению ко всем. Потому что мне надо туда. А всем надо? По улице. Оп-оп-оп-оп. Даже сложно предположить, сколько здесь людей сегодня. Так, ну пляж вон там. Я вот здесь. Я дошел до пляжа. Найти свою семью решительно невозможно. Очень темно, очень много людей. Мессенджеры не работают, потому что все пользуются интернетом. И как мне их найти, я просто не понимаю. Вот примерно в таком виде как-то нужно их увидеть здесь. Причем они должны быть где-то в метрах 20 от меня. Но где именно, я не знаю. Все, кто говорил, что круче всего быть на пляже, нагло врал. Я нашел их. Thank you.
เขามาแล้วกำลังตอนนี้ทีมแมนดาวกำลังผ่าฝูงคนเข้ามาอยู่ผ่ารถปิดกันมาอยู่นะฮะเออหรือกำลังมาใครที่เห็นทีมแมนดาวอยู่บนถนนก็หลบให้เขามาก่อนใช่ครับอย่าเพิ่งไปสกัดกั้นถ่ายภาพเดี๋ยวเขามาซาวด์เช็คกันก่อนนะครับก็เมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกไปมีทั้งเบลเยียมมาเลเซียฟิลิปปินส์แล้วก็แคนาดานะครับคุณแคลลี่คุณอเล็กซ์คุณคริสตอฟคุณโทเบียสคุณซูโคกเลียนแล้วก็คุณโรเบิร์ตอันนี้คือผู้ออกแบบมือชกาทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งเขาน่าจะอยู่ประมาณตรงนู้นใช่ไหมเวลาเขาควบคุมพลุเนี่ยน่าอยู่เต็มสักแห่งหนึ่งเนี่ยอยู่ในแถวๆนี้ฮะอยู่ตรงไหนสักแห่งเขาเป็นคนที่ดีไซน์พลุเองนะครับแล้วก็คิดคอนเซ็ปต์เองว่าพลุแต่ละชุดเนี่ยน่าจะมีคอนเซ็ปต์แบบไหนเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นของแคนาดาใช่ป่ะผมเห็นใบเมเปิ้ลสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของแคนาดาเห็นเป็นสีแดงด้วยเดี๋ยวเดนนี่คนลุกเลยคนลุกนี่ท่าว่ что мы имеем очень много людей Если вы вдруг приходите на пляж позже, чем ваши члены семьи, друзья или еще кто-либо, найти их в толпе практически невозможно. На пляже гасят фонари, и ничего не видно. Мессенджеры не работают, позвонить, к счастью, можно было. Я так и нашел. То есть я позвонил, они встали, и я их нашел. Фейерверки крутые. Сидеть на пляже супер дискомфортно, потому что все ходят. Там вообще нет даже никакого малейшего пространства для дорожек. Естественно, все ходят по головам. Нужно быть к этому готовым. И сидят все очень близко. Есть несколько ступеней или грани восприятия. Сначала тебе кажется, что все очень близко сидят, потом все садятся еще ближе к тебе, а потом все садятся еще ближе к тебе. И получается, что сидишь плечом к плечу. Ну, в принципе, это окей, но для кого-то может быть дискомфортным, наверное. Поэтому на пляже нужно быть максимально позитивным, максимально толерантным, не обращать внимания, если кто-то наступает там на ногу, на руку, на сумку, роняет напитки или еще что-либо. Потому что действительно вообще ничего не видно, но пройти людям надо. Вот. Ну а народа вот как бы вы видите сколько. Да, попробуем завтра повторить. Экспресс, переход дороги. Оп, перешли. Пешеход всегда прав. Не забывайте, пожалуйста. Особенно здесь. Уф. Приходится идти прямо по дороге, мешая всем максимально. И тем, кто идет навстречу, и тем, кто едет по направлению. Но делать нечего, потому что все остальное пространство занято мотобайками. Вообще абсолютно все пространство. О, я встретил свою семью, которая заблудилась в мотобайках. Бывает. Вот, нашлась. Давайте, идите. Навстречу приключениям. В общем, такая мешанина из людей и машин. Мясо и железо. Вообще, на самом деле, это просто месиво. Вот я иду и чувствую...
Осторожно. Да. Идешь и чувствуешь, что ты являешься какой-то частью движения. И неважно, какой частью и какого движения, пройти нереально. Проехать, наверное, тоже, но люди пытаются. Вообще, стоит признать, что здесь очень круто. Люди умеют разруливать вот такие ситуации. Я просто не представляю, какой бы тупняк был у всех в России в такой ситуации. Там бы была куча аварий, мне кажется. Все бы уже дрались друг с другом. Матерились как минимум. А тут, невзирая вообще ни на что, все происходит. Все добираются домой спокойно. Вот, наверное, это самая главная отличительная черта этой страны. Ладненько, будем заканчивать. Надеюсь, скоро что-нибудь еще покажем. Всем пока.